Привет, Марина! Привет! Здравствуйте, вы, наши маленькие любители альпак. И мобильных девайсов. Альпак и мобильных девайсов. Действительно, кто же их не любит, их альпак? А сейчас у нас игра Alpaca World HD. Другой не существует. Нет игры Alpaca World без HD. Собственно, стартуем. И сегодня у нас в гостях приглашенный эксперт по Alpaca World HD Марина. Здравствуйте. Здравствуйте. Я уже создал свою маленькую альпака-ферму, и у нас есть будущий вожак великого племени альпак. Я назвал его Зозо. Зозо, отличное Зозо. Имя. Его зовут Зозо, вот он, мужчина Зозо. Посмотрите наш... вы посмотрите, какой красавец. Посмотрите на него. Да, он шерстяной. Посмотрите. Вы посмотрите на этого красавца, как он... как это? Грациозен. Величаво. Величаво вышагивает по нашей ферме. Я не буду сейчас собирать шерсть, я объясню почему. Почему, Марина? Потому что мы сейчас пойдем в бой. Ты пойдешь в бой? Вот я сейчас сразу пойду в бой. Окей. Я считаю, что Зозо достаточно дерзок для того, чтобы пойти в бой сразу. Нам не нужно никакое обучение, нас обучит Марина, наш приглашенный эксперт по альпакам. Ну, ты бегаешь и случайно натыкаешься на врага, да. Как в японских RPG. Все как в лучших RPG. Как в лучших RPG, именно так. Так. И кого вот он твой мы враг. Встретили? Кого же мы встретили? Help 15, Help 16, Help 17, Help 18. Чудесно. Ну, в общем, справа у тебя скиллзы. Все как в японском RPG. А слева всякая другая фигота. Наверху хиты твои и врага. Я могу воспользоваться веревкой, чтобы поймать этого мужчину. Да, чтобы словить себе альпаку. Чтобы я словил альпаку. Угу. Упирается. Success. Но успех. И как мы назовем его, я могу, черт побери, могу называть. Чё, блин, у меня проблема в эмуляторе, ребят, заключается в том, что нельзя писать по-русски, точнее, нельзя писать по-английски, я попробую назвать его дщ. Но, скорее всего, мне не разрешат. Не разрешили, поэтому его будут звать Чо-Чо. Действительно. Зозо и Чо-Чо. Знаешь, как Лоло и Пепе. Да. У меня только Зозо и Чо-Чо. Так, отлично, идем дальше. И, собственно, обратите внимание, что... блин, снова мужик. Мне бы самку поймать бы. Поэтому этого мы просто забодаем. Так. Во. Вот так вот. И Зозо получил, между прочим, экспу, достаточную для того, чтобы получить половину уровня. Это значит, что еще одна дикая альпака, побежденная, даст мне возможность, так сказать, усилить Зозо. Ну, так, естественно. Давай, пересечем реку. Ага. Так, зелененький. Девочка. Надо брать, я считаю. Попробуй. А у тебя есть место там, да? А чё, точно, нету? Там же 4 слота. 4 слота? Я же не покупал альпаку, понимаешь? Я дерзко сразу пошел в бой. Правильно. Да, да, да. Я поймал ее. Как я буду... Лоло, конечно, Лоло. Лоло. Вот так вот, ребята, приходится изгаляться, когда не можешь писать по-английски в эмуляторе. Так, ну-ка давай. Давай, кто, давайте. Вот ты. С сепианской шерстью. Мне кажется, сразу метеор. Ах ты, дрянь какая, ты посмотри. Так, у меня плохое предчувствие. О, боже мой, Зозо. Возвращаемся на ферму. И смотрим. Чо-чо, смотрите, как он счастлив. Он счастлив на нашей ферме. А что Лоло? Ну, Лоло пока смотри, только осваивается. Ты можешь из них создать команду. Угу. Там у тебя, видишь, внизу слоты пустые. И, кстати, знаешь, что я обнаружил? И они будут ходить в бой втроем. Ты представляешь, Марина, что я обнаружил? Да. Оказывается, я вполне мог постричь Зозо, потому что на этих кулдаун висит. Ну, ты можешь постричь Зозо тогда. Я, пожалуй, постригу Зозо.
Зо-зо, будьте острижены. Я получил шерсть, и у меня 5-часовой кулдаун, чтобы постричь снова. А стричь, кстати, можно только всех одним скопом. Да, потому что если ты... Так, зо-зо. Хотя фиг знает. Чо-чо и ло-ло. Ну, в общем, все равно удобнее стричь всех вместе же. Ну, естественно, так, да. Так, Зо-Зо, Чо-Чо и Ло-Ло составили костяк нашего первого состава. Так, а можно сходить в город, да? А, можно еще посмотреть предметы. У меня предметов пока нет, только шерсть. Вот, есть еще различные вот утилити. Это у меня веревочки. О, аксессуар. Вот так, пора приодеться. Пора приодеться. Так, Зо-Зо. Подожди, а почему не Зо-Зо? Потому что ты не Зо-Зо выбрал. Все, вот Зо-Зо. Зо-Зо, приоденется. Ему бы еще, короче, бороду и бакенбарды, и был бы вылитый Линкольн, я считаю. Ну, да, просто пожалуй. Один в один. Так, ну, отлично. Зо-Зо у нас теперь в цилиндре вожака. Угу. Это будет переходящая корона. Вышагивает. Смотри, как вышагивает. Так, красавица. Ох, красавица. Он будет носить цилиндр, пока в стадо не придет более сильный альпак. Более сильный альпак-самец. Так, ну, видим, что есть 127 цветов. Цилиндр перейдет. 127 цветов! Причем, в чем нюанс? Цветов 127, но при этом у каждой альпаки есть цвет шерсти и цвет... О, ты смотри, как бежит! Как бежит Ло-Ло, ты видела? Цвет морды, да, цвет кожи и цвет шерсти. Поэтому, на самом деле, комбинаций-то не 127, а 127 в квадрате, что составляет охренительно большое число. Это более 10 тысяч. Вот. Ну, давайте пойдем уже в город. Отправляемся в город. Мы видим, что мы можем тут купить всякую еду там, короче. Хилочки раз... всякие. 3300, господи, как дорого. Так, утилити, это вот веревочки, портальчики. Веревочки нужны для того, чтобы ловить более крутых альпак. Mm-hmm. О, а это за премиум вообще? Это зенит чейн, голд чейн. Это, короче, для самых крутых альпак. А, ну и различные аксессуары тоже можно покупать. Вот, шапочки, например, там, попонки всякие. Да, да, да. И, очечки. И злые брови, например. А, и, кстати, в бою можно тоже выбить аксессуары, и причем даже такие, которых нет в магазине. И шерсть. Можно выбить. Да. Можно в городе купить альпаку. Вот. А, но я уже двоих поймал, поэтому думаю, что не имеет смысла. Не имеет смысла. Так, supply shop. Апгрейд. Да, мы же можем покупать апгрейд для своей фермы. Вот да, у меня, можем. Например, нет сейчас денег, но потом в перспективе я смогу заапгрейдить. Короче, все будет круто. Я смогу содержать большее количество альпак. Потому что сейчас у меня больше, чем 4. На ферме жить не могут. Ферма слишком маленькая. У меня еще молодая альпачья ферма. Вот, ну а бридинг мне пока недоступен. Бридинг позволит, собственно, выращивать скрещ, точно. Заниматься скрещиванием альпак. Причем детеныши альпаки, они наследуют окраску. Да. То есть там тебе показывают какие у нее будут возможные, могут возможные расцветки. То есть, представляете, вы выбираете, короче, маму альпаку, папу альпаку, и видите целую таблицу, которая выстраивается на основе того, какие гены есть у мамы и папы. Это как бы в таблице будет показано, какие комбинации цвета кожи и шерсти могут получиться у этих мамы у и папы альпак. Да, у детеныша от этого бридинга. Так, ну давайте. Все как на уроках биологии. Да, 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 да. Все прямо как на уроках биологии. Все четко. Так, так, ну давай, Зо-Зо, введи. Введи свою банду в бой. Так. Дерзкая орхидеевого цвета альпака. Девочка. Девочка. Я думаю, надо брать. Нет. Нам нет? Нужен. Ну блин. Ну, ну ладно, орхидеевый цвет, черт побери, не могу устоять, берем. Да куда ты денешься? Конечно, успех. От Зо-Зо еще никто не уходил. Зо-Зо, как бы ее назвать? Ло-Ло и... Пепе. Бобо. Бобо, точно, Бобо. Ее будут звать Бобо. Так. Но она пошла на ферму осваиваться, а мы пока... Наработаем маленько. Угу. Привет, виридиановый самец. Получи. Ах ты дрянь такая! Кладимся, ты посмотри на него. Мега импакт, вот так вот. Левел ап.
Зо-зо левелапнулся. При левелапе у них хиты восполняются. Да, это, кстати, очень круто. Это я называю традиционно спасительный левелап. Ну, естественно. Так. Угу. Угу. А цвет синяя мята? Он симпатичненький. Симпатичненькая. Это девочка, но, к сожалению, места все заняты у нас. Я бы даже взял, ты знаешь, я бы даже... О, и мы выбили... Мы сняли с нее скальп. Так, ну или, знаешь, в пылу борьбы повыдирали... Повыдергивали, точно. О, вот тут тоже ничего такой. Прун. Этот цвет называется... Вот знаешь, это, короче, знаешь, для девочек игра, потому что все вот эти названия цветов 127, это ж пипец какой-то. Мега импакт пошел отсюда. Такой. И Зозо такой, да пошел отсюда. Качается всегда именно та альпака, которая убивает врага. Поэтому нужно... Нет, почему? Все, кто наносили удары, да? Все, кто наносил удары. В общем, кто участвует активно в бою, тот и... Тот и в дамках. Молодец. Тот и молодец, да. Тихо. Ах ты, черт побери, ты смотри, что он задумал, да? Не получится ничего у тебя. Я хочу докачать до третьего уровня Зозо, потому что он должен быть серьезным вожаком. Кстати, опять выдрали шерсть. Ну, так. Отлично. Было бы круто еще, если, знаешь, в воде можно было встретиться с морской альпакой. В тельняшке такой. Рози Браун. Ну, кстати, у нас тут нечастый случай, когда цвет кожи совпадает с цветом шерсти. Рози Браун цвет называется. Но для Рози Браун у нас места нет. Метеорит, поэтому. И Зозо получает левел. Он теперь чудесный вожак третьего уровня. Все боятся, значит, уважают. Так. Давайте, давайте, давайте. Отличненько. Light Grey и пепельная кожа. Ну, давайте, пожалуй, покачаем нашего Чо-Чо. Чо-Чо, да, надо покачать. Чо-Чо, надо. Нашего, все-таки нашего Чо-Чо. Я перепутала. Ну что ты, это оскорбительно, между прочим, он мужественный альпака. А, я думала, это толерантность. Так. Так, о, смотри, какая. А, медовая кожица. Ну Чо-Чо сейчас по этой кожице-то понадает. Вот так вот. Еще раз. Ах ты, красавчик, левелапнулся, молодец. О! И сафроновая шерсть. Отлично, так. И нужно еще, я думаю, подкачать нашу болотненькую. Лоло. Я вспомнил, как ее зовут. Для меня, как ты знаешь, просто многие альпаки на одно лицо. Все внизу подписаны. Да, да. А я думаю, что за цифры? Цвет фанданга. Цвет шерсти фанданга. Господи. Так. Вам уже хочется свою альпачью ферму открыть? Напишите в комментах. У меня есть своя. Вот у Марины есть своя альпачья ферма. О, и снова у нас тиаловая кожа и соответствующая шерсть. Так, Лоло, давай-ка накати метеорчиком. Ах ты дрянь такая! Получи, распишись. Выжил. А, сволочь, убьет, чувствую, Лоло. А, Лоло, бедняжка. Чо-чо там сидзами. Слышь? Мега импактом бей. Да о. Так его просто. Вот так вот его делал. Пикл. А еще лучше, знаете, напишите, каких уже успехов вы... Потому что понятно, что... Чё спрашивать, хотите ли вы открыть свою альпачью ферму? Кто не хочет, нужно спрашивать. Напишите, каких успехов добились. Вот что интересно. Так, и у нас опять сирулиановая шерсть и такая же кожа. И мне нужно, кажется, сразу мега-импакт нафигачить. Опа, все на вылет просто. На вылет сразу же. И патлы-то повыдергивали. Да, просто. Так... За Лоло такой, знаешь, с криком за Лоло. И давай хреначить других альпак. Так, кто это у нас тут? Лавандовая кожа, да? Mm-hmm. Ну, сейчас я тебе покажу лавандовую кожу. Mm-hmm. Вот так вот, по мордасам. Mm-hmm. Чё там? Оп, левелап, молодец. Чё, левелапнулся. Он, мне кажется, он начал уже, знаешь, как-то так это...
наступать на пятки вожаку, пора покачать вожака. Були там его. Вот так вот, да? Вот. Вот так вот Зозу показывает, на что он способен, и что шутки-то с ним плохи. Так, ну я думаю, еще какая-нибудь великая победа над дикой альпакой, и мы отправляемся назад на ферму. Так сказать, на нашу базу. О, так. Серокожий. 92! Мать моя женщина, 92, ты видела это вообще? Это же бешеные дамаги просто. Зозо отжигает. Так, на ферму. Что у нас на ферме? Лоло восстанавливается, ну, некоторые можно апгрейды бобов время. Взять в пати. Можно, кстати, да, можно взять Бобо в пати. Бобо. Смотрите, какая красавица Бобо. Ну, просто красота. Ты знаешь, я думаю, что на самом деле сейчас мы сходим в город. О, смотри, смотри. Лоло такая. Тоже. Как бы между делом, но в камеру-то попала. Угу. Вот так. Я тут мимо проходила. Я тут просто мимо, да. Так. У нас женская ревность. Вот продажа. И сейчас мы продадим всю шерсть. И вот только что. Плюс 2000 как с куста, и пора совершить апгрейд. Yes. И мы можем еще одну альпаку. Еще одну альпаку. Я выберу лучшую. Я пойду и выберу лучшую. Но не сейчас, ребята, потому что не хочу вам спойлерить и затягивать это видео, потому что мне кажется, что просто большинство уже на самом деле не смотрят видео, а уже бегает и раскачивает своих зозо. Вот. Я так считаю. А если вас игра заинтересовала, то все ссылки с ней связанные, то бишь одна, находится в описании к этому видеоролику. Мне лично очень понравилась игра. Вот тебе как, Марина? Да, я сама в нее играю постоянно. Вот-вот. Поэтому, ребят, напишите, каких успехов вы уже на момент просмотра добились со своей альпачьей чудесной фермой. И какой, кстати, во, какой у вас самый крутой цвет? Вот, вот так вот. Мне вот это интересно. Всем спасибо, ребята, и пока. Пока.